Доброе утро, страна! 6 утра и наши утренние голуби. Давно вы их не видели. Взрослую колобиху вообще не видели. Вот она посередине, колобок. Девочка-колобок. Справа ее мать Чернышка. И слева отец Дуняш. Вот он. Дуня. Ты самый жирный голубь у нас. Дуня самый жирный, самый большой и самый тяжелый. Надо их всех по очереди взвесить, на самом деле. Всех в один пакет положить и взвесить. Все, гульки, доброе утро. Давайте начинать новый день. Чернышка. Больше всего нам нравятся именно сизые голуби. Не породистые, а именно вот естественные сизые голуби. Дуня. Ну, все трио в одном кадре. Почистились, очень много шелухи и перышко валяется в стороне. А почему у людей такой голос с утра, интересно? Другой совсем. Как будто мы алкоголики. А представляешь, привести всех с улицы, да? Угу. Колобиха, видишь, какая большая стала? У меня же вообще самый модельный. Угу. Ну, она тоже потом приобретет окраску такую же. О! Колобиха. Сколько сейчас получается уже по возрасту? 2,5 месяца. 2,5. Видишь, по клюву она уже почти... Она достаточно красивая. Вот через камеру хорошо видно голубиную перхоть. А с птиц всегда столько перхоти. У меня же всех больше перхоти. Ты такая толстая курочка. Сейчас будет на солнышке загорать. Да. Уже, да? Ой. Вот он очень любит утром так делать. Днем можно будет им тазик всем поставить. Угу. Чернышка такая, а что, я ни при чем, что я чешусь. Вот она прямо чешется, и перхоть ее отлетит. От всех птиц много ее, этой шелухи очень много. От попугаев тоже. Ты заметила, голуби просто на большую часть своей жизни, они просто это, приводят себя в порядок. Типа, я хорош, прелестно. Дуняш, Чернышка и... Вот там торчит колобок. Вот. Ой, это лапа. И какашечка. Ой, Дуняш перелег. Да. Голубиная какашка. Вот отличная, свежая, в хорошем состоянии голубиная какашка. Шлеп. Ты такой динозаврушка. Нужно будет попозже выпустить нежную голубку. Сначала ее колобиха называли, а потом
Ну, какое-то слишком это грубое слово. Оставили колобок. Дуняш, ты все чешешься? Чесунчик. Такие курочки. Курочки недорого. Подходите, набирайте. Ой-ой. Папуся, ты такой элегантный у меня. Да я знаю, смотри, какой я прелестный. Засыпай. Засыпай. Посмотрю на себя в зеркало. Я довольно-таки хорош. Так, а там что? Новое место для гнезда. Ну-ка посмотрим. Жена, я нашел новое место. Ну и что? Я лучше тут корма покушаю. Иди проверь, жена. Я нашел место. Давай, иди. Ну я, ой, не знаю даже. Мне не хочется. Ну давай, покажи, проказник. Вот, смотри, залазь. Залазь, жена, ну посмотри, какое шикарное место я нашел, отложи туда личинку. Ой, классненько-то как, хочешь туда отложить? Ну конечно отложим, да, здорово? Да, прекрасно. Ну все, давай, я пошел корм готовить, а ты уже иди несись, в общем.